Сегодня у нас в студии военный эксперт Юрий Альбертович Кнутов. В свое время, в советские времена, он служил в ПВО, был офицером. Мы поговорим о теме, которую предложил Юрий Альбертович. Он считает, что против нашей страны в последние несколько десятков лет было проведено три крупнейшие провокации, связанные между собой по меньшей мере одним признаком. Обвиняли нашу страну в том, что якобы наша армия, наше руководство неадекватно себя повело в ситуациях, которые приводили к гибели самолетов. Это южнокорейский «Боинг» в 1983 году. До этого была катастрофа в Карелии, также южнокорейского «Боинга». Несколько особняком от этих тем стоит тема малайзийского «Боинга». Но мы же знаем, что подспудно, так или иначе, критические стрелы и здесь летят в нашу сторону. Три эпизода, три провокации. Об их организации, о том, что за этим стоит, какова реальная ситуация, какова реальная подоплека, что правда, что пропаганда. Об этом будет говорить наш эксперт. Юрий Альбертович, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну что же, насколько обоснованно проводить действительно эту линию? Три «Боинга», три катастрофы. Между ними действительно есть связь, и она чисто внешняя. Ну, там и там, и там «Боинги», например. Ну, в общем-то, связь прямая просматривается. Почему? Потому что провокации совершались для того, чтобы ухудшить имидж в начале Советского Союза, а потом России в мире, показать ее, нашу страну такой империей зла, исчадием ада, сделать все, чтобы Запад считал и относился к нашей стране как к стране третьего сорта, как к стране убийцы, для которой сбить пассажирский самолет, уничтожить мирных граждан ничего не стоит. Причем, если первая провокация, она произошла в 1978 году в Карелии, она, в общем-то, я считаю, была пробной, проверочной. И причем, если здесь вот немножко надо будет уточнить, ведь подобного рода вещи делали еще гитлеровцы, немцы, в 1940-41 год, когда самолеты Люфганзы с пассажирами использовались для сбора разведывательной информации о Советском Союзе, когда шла подготовка к Великой Отечественной войне. А в Германии, кстати, эта война тоже очень интересно называется – война на уничтожение СССР. Вот сейчас в современной историографии ее так называют. А в последующем этот опыт гитлеровский, собственно говоря, взяли на вооружение, я полагаю, американцы и разведывательные службы Запада. Что произошло в 1978 году? Борт летел, соответственно, из Европы, из Парижа, через Анкоридж в Сеул. И, собственно говоря, трасса международная у него была утверждена, расписание существовало. А чтобы было понятно, когда самолет пассажирский идет, он идет по определенному коридору. И там в войсках противовоздушной обороны есть расписание. И они, те, кто дежурят, дежурные силы, там все, в общем-то, расписано, что такой-то борт следует по таким-то рейсам, на таком-то эшелоне, то есть на такой-то высоте, с такой-то скоростью летит оттуда, оттуда тип самолета такой-то. И, соответственно, когда этот самолет вдруг выходит из коридора и начинает делать какие-то странные вещи, то с ним связываются вначале по радио, диспетчеры его просят вернуться в коридор. Если он не выполняет, то поднимаются дежурные истребители, которые либо покачивают там крыльями, подают какие-то сигналы, прося его вернуться, либо совершить посадку на ближайший аэродром, то есть следовать за нашим истребителем. Вот здесь была тоже очень интересная история. Этот «Боинг» 707, соответственно, с пассажирами, шел по утвержденному маршруту, вдруг он сворачивает и, собственно говоря, разворачивается почти на 180 градусов и идет в сторону наших военных объектов. Мы знаем Кольский полуостров там и так далее, и так далее. В это время в проходе пролетает в космосе разведывательный спутник «Ферет». Это американский разведывательный спутник, который занимается технической радиоэлектронной разведкой. И неподалеку дежурит самолет РС-135, тоже «Боинг», на основе «Боинга» 737 сделанный. Но так как там много электроники, самолет получается тяжелый, там также 4 двигателя.
Чей самолет? Американский. Это американский, да, это американский самолет, ну, он АСИ-135, ну, как бы. Соответственно, самолет разворачивается и идет над нашими, в сторону наших военных объектов. С ним связываются диспетчеры. Предупреждают, просят вернуться. Наши диспетчеры. Наши диспетчеры. Ну, и на международной волне все как положено, на английском языке. Пилоты не реагируют. А как это доказано? У нас есть какие-то записи? Да, обязательно. Вы знаете, когда возникает ситуация, чуть-чуть, вот даже критическая ситуация, тут же начинает работать аппаратура объективного контроля. Происходит фотографирование экрана. Снять с планшет на воздушной обстановке, на котором наносится трасса, пишется, как следовала цель, рисуется, да, снимается с этого планшета калька. То есть есть целый ряд документов, которые... и еще магнитофонные записи. Но это в то время. Сейчас это все, конечно, делает компьютер. Но вот в то время такая система существовала. Поэтому было принято решение, в общем-то, попытаться этот самолет посадить. Почему? Потому что в соответствии с требованиями ИКАО, это международная организация авиаперевозчиков, если самолет выходит из, вот, совершает подобного рода действия, то, собственно говоря, должен подняться истребитель. Этот истребитель либо сажает самолет, либо просит его вернуться в коридор и следовать в соответствии с маршрутом. И здесь такие же действия мы предпринимаем. Но, собственно говоря, Южная Корея не реагирует. Особенность Южной Кореи еще заключается в том, что летчики там только военные, там не учат гражданских летчиков. То есть вот пилот получает военное образование, летает на военных самолетах, и через какое-то время он уходит на пенсию, либо там у него контракт заканчивается, и он переходит на службу в гражданский флот и пилотирует гражданские самолеты. То есть эти пилоты прекрасно понимают, что означает появление военного истребителя рядом, какие-то его действия и так далее. Почему? Потому что они сами этому обучались, а может быть, даже и делали некоторые. И таким образом, в общем-то, складывается достаточно тревожная ситуация. И команды не выполняет, не реагирует на просьбы диспетчеров и идет над военными объектами. Но потом, когда пилоты заметили наш военный истребитель, соответственно, Су-15, они попытались уйти в Финляндию. До Финляндии оставалось 6 минут. И наше командование отдало приказ, соответственно, применить оружие. Были выпущены ракеты. Одна из ракет взорвалась возле хвоста Боинга. Собственно говоря, осколками был убит один гражданин Южной Кореи. И был ранен тяжело очень. Ранен японский гражданин. Но так как корейцам немножко повезло, в каком смысле? Карелия – это же страна озер. Край озер, точнее, не страна, а край озер. И там вот был, как они заметили, замерзшее озеро. И они самолет посадили на лед. Посадка прошла успешно. И, собственно говоря, вскоре там появились наши вертолеты. Была оказана помощь. Пассажиров эвакуировали. Их разместили вначале, соответственно, в доме офицеров. Кого-то там в больницу, кому требовалась медицинская помощь. Вот второй японский гражданин, к сожалению, в больнице скончался. На следующий день японцев, опять же, перевезли уже в Хельсинки. А потом, откуда они, японцев и южнокорейцев, мирных пассажиров, перевезли, соответственно, в Хельсинки. И оттуда они убыли в Южную Корею, то есть по расписанию, как требовалось. Экипаж держали где-то неделю. Почему? Нужно было выяснить, что это такое. И подтвердили, что, собственно говоря, сигналы видели экипаж, не реагировали и, в общем-то, приносят извинения, раскаиваются. Ну и было принято решение не возбуждать уголовное дело, а их просто выдворить. После выдворения экипаж от своих слов отказался и сказал, что он вообще ничего не говорил. Это все советы придумали, красные. Они, собственно говоря, молчали, ничего не признавали. Эта ошибка произошла там навигационной системой и так далее, и так далее. Ну, все как, собственно говоря, обычно. А что еще ждать вообще? Да, но самое главное, когда самолет-то вот эти все пируэты выписывал, как раз фотографирование производилось со спутника американского, запись шла с самолета-разведчика американского, и работали другие разведывательные средства, которые находились там в Норвегии, Швеции и так далее, задействованы. То есть шел сбор разведывательной информации, почему самолет нарушает нашу границу, идет к нашим военным объектам, мы включаем дополнительные средства противовоздушной обороны, мы раскрываем свои точки дислокации. И они записывают частоты и фиксируют, наносят на карту те места, где находятся радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы. Что-то похожее на разведку боем. Да, да, это так и есть, но только в качестве разведчиков используется самолет с гражданскими людьми.
Вот это самое страшное. Щит. То есть используются обычные пассажирские самолеты, на котором находятся гражданские люди. Это вот то, что делали гитлеровцы, как я и говорил. Это напоминает действия террористов, которые прикрываются людьми, заложниками, используя их как живой щит. То есть это террористическая операция. Вы знаете, вот то, что вы мне сказали, мне напоминает уже не провокацию, а террористическую операцию. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Значит, проходит определенное количество времени. И, собственно говоря, начало 80-х годов происходит обострение обстановки в мире, связанное с вводом советских войск в Афганистан. 79-й год. Потом в 82-м году мы проводим учения «Запад-81». Кроме того, в это время американцы начинают нагнетать в прямом смысле истерию возле наших границ. Но это касается на Западе, это границы с Варшавского договора, поэтому больше касалось стран Варшавского договора, не Советского Союза. А вот на Востоке это уже затрагивало непосредственно территорию нашей страны. В частности, был такой остров Змеиный. Ну, Черное море. Нет, это на Дальнем Востоке. А Черное море? Да, нет, это другое. Это не просто одна фамилия. Да, одно название одинаковое. Так вот, собственно говоря, этот остров – это наша территория, но там практически он не населенный, военных объектов не было никаких. Вот американцы подогнали две авианосные ударные группы, стали проводить массированные учения, и во время одних этих учений углубились на расстояние 30 километров из самолета, штурмовики, и имитировали бомбовый удар по этому острову. Мы, к сожалению, среагировать не могли. Почему? Потому что у нас в этом районе находились истребители МиГ-21. То есть их и МиГ-23, у них, скажем так, запас топлива и радиус боевого действия был ограничен в силу небольшого запаса топлива. Поэтому, если бы они вступили в бой, они бы уже не вернулись, собственно говоря, летчики бы погибли. Хотя, в общем-то, истребительной авиацией тогда командовал генерал Корнуков, будущий главком военно-воздушных сил. И, собственно говоря, это вот он принял решение такое не поднимать. Министерство обороны его наказало, но провели расследование, когда перебросили туда самолеты МиГ-31, которые у нас сейчас вот используются в качестве носителя «Кинжал», то есть ультрасовременный скоростной перехватчик. И, собственно говоря, вот такая вот обстановка. Обстановка, честно говоря, на грани войны. Вот во время вот этих вот учений с американской авианосной группой, в общем-то, даже был такой момент, когда один из наших летчиков закричал: захватил цель, открываю огонь. То есть по американскому самолету. То есть доходил уже до такого состояния, что в любой момент, в любую секунду, даже не минуту, могла начаться Третья мировая война. И, собственно говоря, в общем, чудом из этих ситуаций выходили. И потихонечку, после этого в 83-м году Рейган объявляет программу «Звездных войн». Блеф этот? Я не соглашусь, что это блеф. Не соглашаюсь. Нет. Почему? Потому что вот все, что было намечено в 83-м году, реализуется до сих пор. В 83-85-м году они не могли это реализовать. Не было технологий. Но как только появляются технологии, тут же это все реализовывается. Я говорю о блефе не в том смысле, что они не начали этого делать, а в том смысле, что на это есть надежный ответ. Нельзя сказать, что они бы добились своих целей. Как это было, помните, в этих мультфильмах? Но вы знаете, вот я о чем вы говорю. Вы знаете, есть очень интересный момент. Ведь считается, что они нас развели там с нырком шаттла. То есть, что якобы шаттлы могут совершать вот так входить. Я не думаю, что они кого-то могли развести. Сейчас. Нет. Там была такая таблица, которую случайно показали, якобы случайно, нашим космонавтам, когда они были в НАСА. Схему эту показали. Они, когда рассказали, все схватились за голову. Мы начали строить бураны, способные в том числе совершать такой нырок. Но потом, когда я занимался подробно этой темой, я выяснил, что действительно экспериментальный нырок шаттл совершал. Не над Москвой. Единственное, в другом месте. То есть, действительно, вообще программа была, и этой программой американцы занимались и проводили серьезные исследования. Да, технологии не было. Спору нет. С этим я и не спорю. Продолжим про Боинги. Так вот, собственно говоря, складывается достаточно серьезная ситуация. Более того, вот во время учений, после учений «Запад-82», фактически мир стоял на грани снова Третьей мировой войны. Почему? Потому что в Европе прошли учения с применением кодов военного времени, когда на командных пунктах НАТО находились руководители стран,
А сами войска приводились, и команды шли ракетным, в смысле, стратегическими, тактическими частям НАТО, оснащенных ядерными боеголовками, уже по кодам военного времени. И мы, собственно говоря, уже понимали, что вот, в общем, чудо удержало второй раз уже от начала Третьей мировой войны. И в этой ситуации в мире начинается отношение, скажем, такое противоречивое. Общественность начинает требования разрядки. И как быть в этой ситуации? С одной стороны, авторитет Советского Союза растет. С другой стороны, общественное движение против гонки вооружений и размещения ракет растет в Европе в первую очередь. И нужна провокация. И такую провокацию американцы готовят. Опять же, используя опыт 1978 года, когда был сделан вывод в Центральном разведывательном управлении, то, что по пассажирскому самолету русские будут стрелять. Независимо от того, пассажирские, не пассажирские, они могут открыть огонь. И для этих целей привлекается, опять же, Боинг, который летит также в Сеул, соответственно, из Соединенных Штатов Америки, также с посадкой в Анкоридже. Значит, причем там два было самолета. Что мне бросилось в глаза? Это вот этот вот борт, у него был позывной 007. Агент 007, да. То есть вот, вот это вот совпадение, вот случайно это совпадение, не случайно, я не знаю, но 007 Джеймс Бонд и 007 этот борт, это, в общем, как-то вот странно совпадает. А телефонный код Советского Союза случайно не 007? Ну, я здесь не могу сказать, это я точно не знаю. Это можно проверить. Да. Так вот, соответственно, один самолет взлетает, и второй взлетает где-то через 4-5 минут. Странно было то, что первый борт, вот этот вот самолет 007, борт заправили полностью. Обычно 4 тонны, как всегда, место для 4 тонн оставалось свободно. В этот раз самолет заправляли на 30 минут дольше, чем обычно. После того, как он взлетел, самолет вдруг через какой-то период времени меняет курс и где-то на 500-600 километров уходит в сторону. Причем вот у нас есть схема, я видел эту схему. Самолет идет, вот тут он должен вот так идти, да, вот трасса. А он вот так и параллельно идет этой трассе. Значит, я потом разбирался, очень интересная информация появилась буквально 2 года назад. Как раз я смотрел вот то, что мы затронули СОИ, с программой «Звездных войн» Рейгана. Кое-что мне надо было уточнить. И вдруг я читаю, что при Рейгане вот произошла эта катастрофа. И как потом выяснили специалисты, она произошла по причине того, что якобы произошел сбой в системе, ну, типа GPS, но только военная система тогда существовала, GPS еще не существовало, глобального позиционирования, предназначенное для военных. Но сбой к этой системе, доступ к этой системе имело только Агентство национальной безопасности, больше никто. Давайте зафиксируем. То есть уже это стало известно мне только 2 года назад. До этого вообще об этом не говорилось и не писалось нигде. Давайте мы это зафиксируем. То есть навигационные системы в Боинге южнокорейском якобы или, может быть, действительно дали сбой, да. Поэтому он отклонился. Да, но согласно официальной версии ИКАО, согласно официальной версии, которая появилась первая в 83-м году, а вторая уже в начале 90-х, 93-й год, это когда Ельцин передавал документы Южной Корее, дал указание передать записи черных ящиков и другие документы Южной Кореи. Так вот, соответственно, тогда была немножко другая версия. Версия говорила о том, что этот сбой произошел из-за того, что экипаж халатно отнесся к своим обязанностям, вложил неправильные координаты и не контролировал в ходе полета маршрут, по которому идет самолет-автопилот. С какой стати? Военные летчики. Военные летчики, да. Высоко подготовлены. Самое интересное, я ведь это специально уточнил, что сзади где-то в 5 минутах шел второй борт. Они переговаривались, 2 борта. Тоже южнокорейский. И эти 2 борта, соответственно, экипажи общались. Эти говорят об одной погоде, а у этих другая погода. Эти говорят об одном ветре, а эти говорят, у этих другой ветер на приборах. Это же потом по черным ящикам все можно было восстановить. И первый экипаж вообще не реагирует. И не обращает внимания на эти нестыковки. Самолет входит в территорию, в воздушное пространство нашей страны. Мы поднимаем перехватчики. Эти перехватчики, соответственно, упускают.
Самолет, ну, в принципе, то есть команда такой, вначале была команда попытаться остановить, ну, не остановить, а попытаться дать команду и посадить этот самолет. Но потом дали команду вначале разглядеть его подробно. А была ночь уже, темное время суток, и, собственно говоря, разглядеть борт было достаточно сложно. Но самое интересное, ведь потом, когда кальки изучали, что произошло? Значит, в этом месте также находился разведывательный спутник «Фред», который совершал витки и проходил над нашей территорией в те моменты, когда «Боинг» пересекал границу и проходил над военными объектами. А ведь там же у нас, мы знаем, Вилючинские базы подводных лодок, да, с ракетами, с баллистическими и так далее. То есть там объект это вообще потрясающе. И над всеми этими объектами летит этот самолет. И в это время, соответственно, проходят спутники, находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения «АВАКС», который тоже занимается радиоэлектронной разведкой, несколько кораблей, шпионов, тоже в этой же акватории океанской находится. Такая мощнейшая шпионская операция. Но перед этим делается очень интересная вещь. Вот это вот РС-135, у нас, как я уже говорил, сделанный на основе Боинга 737. Соответственно, а здесь Боинг 747, оба четырехмоторные. С расстояния их отличить невозможно вообще. Вот они вот так вот делают в воздухе. Такой вот маневр. А на радиолокационных станциях, на индикаторах, это видно вот так, что трассы пересеклись. И вот с этого момента мы сопровождаем уже не Боинг 747, а РС-135, американский самолет-шпион. А РС-135 идет по трассе вместо Боинга 747. Соответственно, попытались дать команду сесть, не совершить посадку. Пилоты не обращают внимания. Тогда дается команда генералу, в частности, Корнуковым, дается команда открыть огонь. На самолете имелись подвешенные контейнеры, два контейнера с пушками. Ну, ночью трассирующие, конечно, надо было бы использовать трассирующие боеприпасы, их не было, были бронебойные. Но представьте себе, два контейнера выстреливаются из пушек, какой факел огня идет. И этот факел огня не заметить невозможно. Но «Боинг» опять не видит. Первое, что он делает, он сбрасывает скорость до 400 км, прекрасно понимая, что наш истребитель на такой скорости лететь не может. Наш самолет проскакивает, соответственно. Тогда уже ему дают команду зайти на второй круг и применить оружие. И после этого происходит пуск ракет. Ну, соответственно, две ракеты. Одна из ракет поражает двигатели, и самолет начинает кругами, соответственно, снижаться и падает. Ну, вообще, конечно, для «Боинга» вывод из строя одного из двигателей не критичен. Поэтому предполагается, что, скорее всего, была повреждена гидравлика при подрыве ракеты, и за счет этого самолет потерял управление и вошел в пике. В общем-то, одной ракетой такой самолет уничтожить невозможно. Ну, смотри, а куда попадешь? Не, в двигатель. Ну, как правило, стреляют в двигатель, потому что ракеты с тепловой головкой самонаведения, они наводятся в двигатель. Ракета не может снести крыло? Повредить может. Только повредить. Повредить. Вот в «Боинге», который сбили в Карелии, там две ракеты использовалась. Одна из ракет повредила крыло, и там часть участка была выведена из строя. А вторая ракета взорвалась у хвоста. Но там ракета с радиолокационным наведением. А здесь с тепловым. Немножко отличие есть. И, соответственно, самолет вот этот вот, он пошел кругами и упал в океан. Мы, в общем-то, считали, что мы сбили РС-135, и как-то реакции особо на это не было. Но американцы тут же сообщили о том, что русские уничтожили пассажирский самолет. И начинается не просто истерия. Начинается травля всего, что касалось Советского Союза, все граждане, которые находились за рубежом, подвергаются травле, жгут наши флаги. Такая кампания. Вот те достижения, которые, скажем так, зачатки вот небольшие, нормализация отношений между Россией и странами Европы, они тут же гасятся. То есть это спецоперация, которая настроила Запад, ну, наверное, до конца 80-х годов против нашей страны. Запад просто вот при слове «Советский Союз» их трясти начинал. А самое интересное, что буквально несколько лет назад были рассекречены архивы
в 2015 году Центрального разведывательного управления. И один из документов говорит, что еще в 1983 году американцы сообщили правительству Японии о том, что самолет был сбит по ошибке, так как русские его перепутали с РС-135. То есть это спецоперация, которая готовилась, и готовилась очень-очень тщательно. Место падения было зафиксировано. Начинается поисковая операция. Мы ведем поисковые операции, японцы и корейцы Южной Кореи. Но так как, скажем, данных у Южной Кореи, у Японии было, и у американцев было гораздо меньше, то мы использовали определенную хитрость. Мы выбросили в одном из мест радиобуи, которые имитировали сигналы черных ящиков. И американцы со своими союзниками ушли в другой квадрат. Мы успели найти обломки самолета. Что потрясло? Ну, во-первых, не было практически крупных фрагментов. Это тоже удивительно. Почему? Хотя, конечно, самолет падал с большой высоты, но так, чтобы он вот разбился, что называется, да, нельзя. В общем, это... такие ситуации бывают тогда, когда происходит внутренний взрыв. Но никак не при ударе. Какие-то фрагменты, типа двигатель развалить невозможно. Это первое. Он был развален. Да. Ну, там вообще собрать было почти невозможно. Говорят, что было течение, могло унести там части какие-то самолета. Течение шло в другую сторону. Не к Японии, а от Японии. А части потом вылавливали возле Японии. Тоже удивительно. Но самое главное, стали искать останки. Были найдены некоторые фрагменты тел, ну, как считали, что это порядка 30 человек. Куда делись тела 270, там 260 человек, никто не знает. То, что их там съели крабы и так далее, ну, даже съели, но в креслах-то тела были пристегнуты, в креслах должны были остаться скелеты. Вещи, которые вытащили, они все вместилось в 6 ящиков. Это мизер. Самое интересное, что была найдена стопка паспортов, вот все паспорта вместе собраны. Зачем? Это непонятно. Зачем? Люди паспорта носят с собой. Да. Вы понимаете? Ну, в сумочках еще где-то. Но каждый имеет паспорт при себе. Ну, может быть, женщина имеет паспорт на себя, там, и, соответственно, есть еще на кого-то, там, дети, может, взрослые и так далее. То есть это подозрительная очень вещь. А вы что думаете? И вот интересная вещь. Появилась версия о том, что самолет, собственно говоря, был без пассажиров. А это была имитация, и был один из французских таких энтузиастов, написал книгу на эту тему, и подробно там все расписал. О том, почему вот он считает, что... Как же без пассажиров, если 30 человек погибло? Сейчас я рассказываю. Останки. Останки. Не, да, мертвых? Не фрагменты тел, не намек тела. На то, что это мертвые люди, да? Вот сейчас я расскажу. Ну, хорошо, не будем. Да. Торопиться. Не будем забегать вперед. Так вот, очень интересная вещь. Вот он написал такую. Я считал, что эту версию сказкой. Думаю, это нереально, это невозможно. И вдруг 2 года назад мне попадаются рассекреченные документы Центрального разведывательного управления. В 1961 году ЦРУ предложило Кеннеди провести спецоперацию. Пассажирский самолет. Значит, на него поднимаются дети, женщины, артисты, конгрессмены. Все машут, радуются. Все это снимается, соответственно, на кинопленку или телевизионных тогда студии еще, по-моему, видеомагнитофонов не имели. Снимается на кинопленку, ну и для того, чтобы показать, вот как вот там летят, соответственно, американцы на отдых. Потом этот самолет садится на одну из авиабаз, из него люди выходят, самолет загружают, опять же, детскими игрушками, сумочками, всякой всячиной и останками тел. Несколько там, какое-то количество уже мертвых людей. Самолет минируют, он на автопилоте взлетает, влетает в воздушное пространство Кубы, где его подрывают. И американцы заявляют о том, что кубинцы сбили американский пассажирский самолет, и начинается вторжение американских войск на Кубу. А потом... Как и в самый последний момент Кеннеди от этой операции отказался. Юрий Альбертович, у меня вопрос возник. А потом как же быть с тем, что если на пленку записали и показали конгрессменов, а они потом живы, их видят? Да. Что я дальше? Я согласен. Что я это согласен, за ерунда какая-то? Я согласен, что возникает ерунда, но учитывая, скажем так, защиты программ свидетелей американские, здесь можно было какое-то количество американцев известных,
3-5 человек там, или 10, обработать, сделать им пластические операции, под другими фамилиями их отправить, соответственно, при соответствующих платежах, переселить в другие места, и таким образом, собственно говоря, они продолжат свою жизнь, но в качестве других людей. У американцев эта программа есть, отработана и функционирует много лет, и достаточно эффективно функционирует. Поэтому здесь вполне это, в общем-то, допустимая схема. И вот когда мне попались вот эти документы ЦРУ, я совсем по-другому стал смотреть на историю с Боингом 747 и с пассажирами, которые на нем могли погибнуть. Были пассажиры или нет, это действительно большой вопрос на сегодняшний день. Пилоты-то были? Пилоты, опять же, тоже и пилотов могло не быть. Потому что они не отвечали, да? Да. Почему вот они и не важно. Реагировали? Они это и не реагировали. Интересно. Да, они и не реагировали. Поэтому абсолютно не только на покачивание, там, соответственно, то, что самолет выскакивал вперед, его было заметно. То, что он рядом находился, открывал, расстреляли все снаряды. 4 снаряда в пушках только осталось. Остальной боезапас, это несколько сотен, был выпущен. А когда самолет стреляет, мы знаем факел. То есть видно, что самолет ведет огонь, и это не просто так. Поэтому и реакции, собственно говоря, никакой не было. Так что вот, в общем-то, возникает много вопросов к этой истории. Но историю раскрутили на Западе, раскрутили до такой степени, что нас просто возненавидели на многие годы. И, собственно говоря, а эта история была до 1988 года основным козырем. Пока американцы сами не сбили. Да, не сбили иранский самолет, причем в этом самолете было порядка 2 десятков детей только. Американцы не извинились. Более того, потом командир корабля, который применил оружие против гражданского иранского лайнера, даже наградили через какой-то период времени. То есть, фактически, американцы здесь показали себя как самые настоящие международные террористы. То, о чем вы уже сказали. И отсюда возникает уже параллель и с событиями, которые произошли с Боингом на Донбассе. Почему? Потому что, в общем-то, та кропотливая работа, которая велась с нами в отношении европейских государств, она привела к тому, что большинство руководителей Европы, и Меркель, да и руководители Италии, да и других государств, Западной Европы, во всяком случае, к России стали относиться более-менее благоприятно. Произошла нормализация, почти наметилась, во всяком случае, серьезная нормализация. И вдруг над Донбассом сбивается малазийский Боинг, и опять же обвиняет Россию, опять же обвиняет в том, что это страна, которая ничего не стоит убить просто мирных, цивилизованных граждан. Но это все на наших глазах происходит. Да. И, соответственно, разворачивается соответствующая травля. Хотя у меня вот в отношении этого Боинга, ну, во-первых, то, что там использовался БУК, я не сомневаюсь. То, что идут фальсификации, я тоже не сомневаюсь и могу это доказать. Ну, элементарная вещь. Ракета БУКа всегда подрывается над самолетом. То есть с таким расчетом, чтобы убить летчика. И, конечно, использование самолетов, во-первых, в разведывательных целях, а полет это возле полет в Карелии южнокорейского Боинга и полет южнокорейского Боинга, соответственно, на Дальнем Востоке, это, конечно, чисто разведывательная операция. Причем подготовленная на высочайшем уровне и операция высочайшего класса. И поэтому эта тенденция, она сейчас, к сожалению, находит свое продолжение. И это очень-очень пугает. Почему? Потому что это говорит о том, что нормальные моральные принципы и моральные нормы у тех людей в западных разведслужбах, они, в общем-то, полностью отсутствуют. Здесь я чуть прерву докладчика и расскажу об эксперименте. Это ракета «БУК», которая, по мнению международной, так сказать, комиссии, сбила малазийский «Боинг» над Украиной. В ракете тысячи поражающих элементов, летящих с выше скорости звука. И вот эксперимент, которого в мире не делал никто при расследовании авиакатастроф, провел который концерн «Алмаз Антей».
международная, так сказать, комиссия под руководством почему-то голландцев 10 лет пытается вменить России вину за эту катастрофу. Алмаз-Антей опубликовал доклад, который разработчики Бука изучили характер повреждения лайнера, вычислили углы подлета ракеты, определили точный тип боеприпаса, а также координаты вероятного места, откуда была запущена ракета. Это район вблизи села Зарощинское. Но россиянам этого оказалось мало. На закрытом полигоне в Нижегородской области прогремело два взрыва. Это было два эксперимента. В первом случае имитировался пуск ракеты из района Зарощинского, во втором – из района Снежное. Результаты испытаний полностью подтвердили версию концерна, а стало быть и России. Суть эксперимента. Самолет и ракета не находились в полете. И для того, чтобы сопоставить самолет и ракету на момент взрыва ракеты, суперкомпьютер обработал более десятка миллионов вариантов. До меня и миллион – запредельное число. Для имитации момента взрыва, если бы ракета была пущена из Зарощинского, на полигоне в форме фюзеляжа самолета были выставлены металлические щиты и специальные ловушки для поражающих элементов, а также щит, имитирующий левый двигатель самолета. Полученные после подрыва поле осколков программным путем наложили на модель самолета. В результате были зафиксированы повреждения, похожие на те, что были обнаружены на малазийском «Боинге», обломки которого находятся в России. Пострадала левая часть самолета, кабина пилотов и левый двигатель. Версия о том, что пуск ракеты производился из района Зарощинского, была подтверждена. Для проверки выстрела из Снежного, то бишь ополченцами, ну или россиянами, которые завезли «Бук» специально, чтобы сбить этот бой, был проведен еще один эксперимент. Концерн «Алмаз-Антей» приобрел списанный самолет Ил-86, который максимально подходит под «Боинг 3-7». Были получены также наглядные данные о повреждении лайнера. И они сильно отличаются от повреждений реального «Боинга». 86-й вообще не получил повреждений левого двигателя. Основная концентрация поражающих элементов, так называемый «скальпель», прошла кабину пилотов насквозь. Правая часть лайнера не могла остаться целой. Таким образом, версия якобы международной комиссии, которая утверждает, что пуск ракеты осуществлялся из района Снежного, юго-восточнее летящего «Боинга» и навстречу ему, была опровергнута натурным экспериментом на реальных моделях полностью. Но это еще не все. Эксперимент опровергает и другой вывод якобы международной комиссии. Согласно их отчету, малазийский «Боинг» был сбит ракетой модификации 9М38М1. Отличительной особенностью данной ракеты является поражающий элемент – осколок в виде двутавра. Он оставляет отверстие в виде бабочки. На корпусе Ил-86 обнаружено множество таких бабочек. Однако на сбитом малазийском «Боинге» вообще нет подобных следов. Там преобладают отверстия в виде параллелепипеда. Такие следы оставляют поражающие элементы ракеты прошлого поколения – 9М38. Эти ракеты на вооружении России не стояли в 2014 году. Срок годности последней истек в 2011. Выводы российских специалистов остались те же. Теория была подтверждена экспериментально. Первое. Ракета была запущена из района села Зарощинское, южнее, чуть юго-западнее момента взрыва «Боинга», на перерез ему под 90 градусов. В ходе эксперимента был уточнен тип ракеты, которой у России на тот момент не было. Такими экспериментами российские специалисты поставили в этом деле жирную точку. Несмотря на то, что говорит Голландия и весь либерастический мир. А разговор в студии программы «День ТВ» о подобных и этом случае продолжается. Ну, вы знаете, исторически, если вспомнить подобные же версии провокации в связи с поведением США, неоднократно возникали. В Первой мировой войне, например, когда они
отправляли пароход в Европу, а Германия вела подводную войну, все понимают, что идет война, все понимают, что германские подводные лодки не пускают никаких кораблей, потому что с их помощью могло быть снабжение их противника. И вот в разгар военных действий из Соединенных Штатов плывет пассажирский корабль. Он подвергается торпедированию, но это, безусловно, приводит, ну, примерно к тем же самым последствиям, о которых вы говорите. И через некоторое время Соединенные Штаты принимают решение вступить в Первую мировую войну против Германии. И здесь я хотел бы задать следующий вопрос. Ведь я тут вижу параллель. Вот я хотел бы вас спросить, вы просто поправьте меня, если я что-то путаю. Украина, я сейчас реконструирую логику их руководства, говорила же уже тогда, на тот момент, что Донбасс не контролируется. Это же признавалось, что там действуют, как они говорят, некие незаконные формирования и так далее, и так далее. Возникает вопрос, каким образом самолет мог лететь над территорией, которая, по признанию, по мнению самого украинского руководства, не контролируется Украиной, и там неспокойно, там ведутся боевые действия. У меня вопрос к вам, как специалисту, военному специалисту из ПВО. Вот чтобы самолет пролетел именно таким маршрутом, кто-то должен проложить ему маршрут туда? Конечно. И вопрос, это... кто? И вообще очень удивительно. Диспетчер даже изменил коридор и изменил направление полета. Украинский диспетчер. Где он получил... Подождите, где самолет получает указания? Нет, вот именно, это от диспетчера. Как ему лететь? Где именно? От диспетчера понятно, ну, а где? У него маршрут проложен сразу, то есть, когда перед вылетом он получает, как, ну, типа, не полетная карта, сейчас уже в компьютерах это все закладывается, но это еще перед вылетом у него вся эта информация есть. Но в процессе полета... за несколько часов до своей гибели. Да, но в процессе полета диспетчер корректирует, диспетчер вмешивается. И вот здесь диспетчер подкорректировал и изменил направление полета, как раз направив его, собственно говоря, под удар. Но самое интересное, диспетчер исчез после этого. Это диспетчера не нашли. Гражданин Украины? Да, это украинский. А где эта диспетчерская служба находилась? В каком городе? Ну, я сейчас, по-моему, Днепр, если я не... Ну, Днепропетровск. Больше, тогда у меня к вам вопрос. Вы знаете, здесь уже вопрос несколько в другой плоскости. Ведь если... Самолет летел на территории, где боевые действия, а уже тогда они шли, насколько я понимаю. То есть было запрещено вообще летать. Это самый главный вопрос, почему Украина не закрыла над этим районом свое воздушное пространство. В соответствии с требованиями ИКАО они обязаны это были сделать. Я в том-то и дело. У меня возникает вопрос. Но очевидный ход российской дипломатии, на мой взгляд, поставить этот факт в центр нашей аргументации. Поставили. Я бы не сказал. Поставили, упомянули, никто... Упомянули. Понимаете, вот я говорю, что я только мнение свое высказываю. Я неоднократно, ну, тоже как журналист следил за этим. Споры в основном ведутся, ну, 99%, ну, если не больше. Был БУК, нет, не был БУК. Это БУК якобы повстанцы. Да, истребитель, не истребитель. Да, это БУК, да. Нет, украинский. И вы то же самое с этого начали. Нет, это вот нет, не украинский. Нет, украинский. А может быть, не БУК. Вы понимаете, что, на мой взгляд, западной пропаганде и украинской пропаганде удалось сместить акцент Согласен. С факта исходного. Ведь что перед нами есть? Представим себе, что какой-то злоумышленник завязал глаза ребенку двухлетнему, толкнул его, иди через дорогу, по которой идут машины. Кто виноват в гибели? Ясно, что основная вина на том человеке, который завязал глаза ребенку, толкнул его и так далее. И об этом бы говорили в первую очередь. Я такого, к сожалению, не вижу. Вообще, в чем дело? Западные СМИ, они решили грамотно задачу, они действительно сместили акцент вот с этой проблемой на проблему... Я спрашиваю вас про наш МИД. Ладно, Запад. Вы знаете, мы выступали несколько раз, и более того, даже в голландском суде на эту проблему посмотрели так, сквозь пальцы, и ее не стали считать определяющей. Но я еще бы хотел очень важный момент отметить. Ведь я служил в зенитно-ракетном полку КУП, квадрат экспортное название. КУП – это предшественник БУКа. И поэтому
когда мне вот показывают, как пусковую установку с боевыми ракетами возят по городам, по населенным пунктам, прикрытую какой-то кусочком тряпочкой, что называется, сети маскировочной, и все, без охраны, без всего, меня просто колотит. Я, во всяком случае, знаю, что вот это просто невозможно. Невозможно, чтобы пусковую, да, на трейлере будут вести, да. Если мы видим вот фотографии и так далее, там стоят габаритно-весовые макеты ракет, но не боевые ракеты. Боевые ракеты всегда везут отдельно. Везут, соответственно, транспортно-заряжающих машин, их с охраной и так далее, потом их перегружают, устанавливают непосредственно на пусковую установку. Вот такую халатность, чтобы у нас по территории России, ведь его уже везли еще с России. Якобы. Якобы, да. Разрешили пусковую установку с боевыми ракетами вести по дорогам, где куча машин, и когда эта ракета может, не дай бог, по каким-то причинам взорваться и разнести и убить тысячи наших людей, если это в населенном пункте, это шизофрения. Невозможно такое. Здесь это положено в основу судебного процесса, раскручивается и доказывается, что виновата Россия. Поэтому, конечно, здесь процесс заказной. Это вот как поджог Рейхстага. Нужно было компартию, да, в свое время германскую засудить. Вот нужно, соответственно, был повод найти для того, чтобы начать травлю России. Причина? Причина, опять же, не надо искать там политику, еще куда-то лазить. Была выставка Экспо где-то лет 7 назад. По-моему, в Испании она проходила. И там был доклад подготовлен 100 корпораций мира. Вот они написали, что после 2030 года более-менее относительно дешевые природные ресурсы будут только в России. Больше везде за них придется переплачивать. В России цена их будет в разы меньше. Вот вся причина. Единственная страна, где на сегодняшний день, что называется, деньги лежат под ногами. Нагибайся и собирай их. И нужен был повод. Повод вот таким вот образом был организован, и, собственно говоря, травля России до сих пор вот за этот инцидент ведется, и ведется, в общем-то, всеми методами нечистоплотными. Юрий Альбертович, я все-таки продолжу задавать подобные вопросы, они, может быть, не очень удобные. Но вот опять же, я вижу опять повторение. Вы говорили о карельском инциденте. Да. Карельском. Да, да. В Карелии. Да. И мне непонятно, а может быть, оно было сделано, но почему, как я думаю, не было сделано следующее, очевидная вроде бы вещь. Вот нарушает Боинг наше пространство. Тут же созывается Совбез ООН. Тут же, в это же время, в реальном времени, объявляется, что смотрите, вот смотрите, кто не спрятался, я не виноват. Вот такой-то самолет нарушает наше пространство, не отвечает, то есть на наши запросы. И уже мы имеем право, по закону, по международному, мы имеем право, да, сбивать, имеем право. Соответственно... По международному, да, вы знаете, поясните. Нет. По международному праву пассажирские самолеты, транспортные, спортивные и так далее, принуждаются к посадке, либо выдворяются. Не вопрос, сбиваются. Мы, Советский Союз сбил. У нас был принят в 1982 году закон, который в связи с колоссальным количеством нарушений нашей границы требовал, не разрешал, а требовал сбивать любые нарушители нашего воздушного пространства. Это в 1982-м, а Карелия, это ситуация, да, с карельским инцидентом. До этого тоже было примерно такое же положение. Хорошо, существовало. Мы объясняем. То, да. Да, мы то говорим, есть у нас да. и все знали об этом. Так западные я про то и знали, говорю, да, что у нас законодательство имеет приоритет. Тогда, по крайней мере, это так было, и сейчас, кстати, это так. Да. Над международным законодательством. Мы объявляем, соответственно, гибель, ответственность за гибель, за возможную, будут нести те силы, те люди, которые направляют самолет. Это объявить, это четко показать. В режиме реального времени все это можно докладывать. Вся мировая общественность должна об этом знать и подчеркивать это. В дальнейшем то же самое сделать с южнокорейским «Боингом». Вы знаете, почему все, этого не все, было сделано? Все было сделано. Была даже пресс-конференция. Были, нет, в режиме онлайн это, да, было сделано? Значит, в режиме были показаны пресс-конференции начальника генерального штаба Агаркова, маршала Агаркова, который показывал все схемы, все карты, все документы. Это все транслировалось, программа «Время», все новости, отдельно пресс-конференция. Весь мир мог на это смотреть, но западная пропаганда работает так. Это все фальсификации, выдумки Москвы.
Нет, позвольте, один момент. Это происходило в то время, когда летел Южно-Корейский. Это разные вещи. Но здесь это вы поймите, в то время не было у нас таких технологий. Позвольте, я вам честно. Сообщить послу, мы ведь как бы... Я еще раз заострю момент. Давайте расскажите. Самолет шпион РС-135 и Боинг, вот они идут, да? Угу. И в один из моментов они вот делают вот такой маневр. Да, получается, что фактически на трассу, где летит пассажирский, заходит РС-135, а в наше воздушное пространство вторгается пассажирский Боинг. И мы сопровождаем фактически самолет-разведчик. Но те технологии, которые у нас были, они не позволяли, конечно, визуально это все дело как-то поддержать. Это сейчас есть беспилотники, там, видеокамеры и тому подобное. Даже спутников-разведчиков, ну, я сомневаюсь, что у нас были спутники, которые могли вот, летать над нашей же территорией. Зачем нам мониторить свою территорию и собирать по ней разведданные? Американцы, да, у них четко они занимались сбором информации, и их спутники работали. Так что в те времена просто сами технологии не позволяли отследить и показать и продемонстрировать видеокадры, которые бы вот подтверждали именно нарушение. Плюс это первое. А второй момент происходило ночью. И даже летчик, он не в состоянии был отличить Боинг 747 от РС-135. Я несколько о другом. Можно было объявить, что в наше территориальное пространство вторгается иностранный самолет. Вы знаете, сколько случаев было? Было ли такое сказано вот тогда с высоких трибун? Говорили постоянно. Ведь тогда такие нарушения... Даже когда я служил, у нас праздников не было. Я служил на границе, молодым лейтенантом службы на границе. Праздников, выходных не было. В эти дни обязательно нам нарушали границу. Обязательно воздушная граница нарушалась, обязательно нас поднимали по готовности, обязательно мы сидели на станциях. Это, в общем, такая нехорошая традиция, которую нам Запад не устраивал. Но ведь тогда не устраивало. Было дано приказа уничтожения. А здесь другая ситуация. Вот же о чем речь. Ну, потому что самолет вторгся. Да, я говорю, почему. Я говорю про пиар. Все только лишь про пиар. Поскольку ситуация беспрецедентная. То, что вы говорите, это как раз прецедентная ситуация. Ситуация, когда идет приказ сбить самолет в карельский. Я пока про карельский случай говорю. Тут уж было, по-моему, понятно, что это пассажирский. Беспрецедентная. Соответственно, и надо было применять в пиаре беспрецедентную реакцию. Как вы думаете? Нет, но реакция была. И реакция мощнейшая была. Эту реакцию никто не воспринимал. Но еще, понимаете, в тот период реакция была как бы... Вообще пропаганда, она была ограничена идеологическими шорами, идеологическими табу. Поэтому очень часто это достоверные, стопроцентные факты, они преподносились таким образом, что не всегда звучали убедительно. Вот это вот тоже идеологический момент, он играл очень важную роль. И, собственно говоря, в этом отношении сейчас, конечно, у нас мы гораздо свободнее. Тогда что-то вот привести, какие-то аргументы, которые могли как-то бросить тень хотя бы на Советский Союз, уже нельзя было. Хотя, может быть, их следовало приводить. Ведь мы же вначале даже не признали то, что самолет был сбит. Это самая проигрышная позиция. Потом только подтвердили. Конечно. Вот это вот советский такой подход, который привел фактически к тому, что идеология выродилась и привела к распаду Советского Союза, вот он здесь тоже, в общем-то, сыграл свою негативную роль. А ведь у военных была тоже, собственно говоря, с одной стороны, был большой плюс то, что им разрешили вроде бы сбивать, но с другой стороны, приказ отменялся несколько раз. Отдавали приказ проверить. Еще раз, что за самолет, пассажирский, не пассажирский. Но, собственно говоря, вот такое поведение экипажа, в первую очередь южнокорейского, если он там находился, оно, в общем-то, привело к этой трагедии. И, собственно говоря, это было подтверждено потом в расследовании ИКАО, что экипаж не реагировал. И по вине экипажа самолет был сбит. И самое интересное, в США родственники подали иски. Иски судебные на выплату больших сумм. А если конвенция, опять же, тоже международная авиационная конвенция, когда размер выплаты компенсации ограничен, там, сумма символически. И суд американский сказал, что трагедия произошла по вине южнокорейского экипажа, а раз по вине, значит,
конвенция уже не действует, поэтому иски могут быть на любую сумму. То есть американцы вот в угоду искодателям, тем людям, которые подали иски, они признали фактически вину южнокорейского экипажа в этой трагедии. Но это произошло все потом.